первой секции, где будет фрамуга, срезаются излишки поликарбоната по трубе, чтобы они не мешали открыванию фрамуги. И с другой стороны. Никакая фрамуга готовится на земле, прикручиваются шарниры. Прикручивается шпингалет, цепочки. Та секция, где будет фрамуга, поликарбонатом кроется в последнюю очередь, после установки самой фрамуги. Потом уже кроем последний лист на фрамугу. Осталось установить ручку и прикрутить цепочки. Все, фрамуга готова. У нас состоялся монтаж второй теплицы. Теплица у нас арочная, шириной 2, длиной 4 метра. С одного торца разрезная дверь форточка, с другого торца форточка торцевая. Стоит у нас на брусе 100 на 150, ребром лежит брус, два ряда пропитан антисептиком, закреплен колышками, между собой связан пластинными иголками. Каркас теплицы из профильной трубы 20 на 20, покраска полимерным порошковым способом. Вот наша фрамуга, про которую рассказывали. И в данной комплектации еще имеется у нас система подвязки по две нитки на каждую сторону. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Для большей жесткости установлены диагонали, они же укосины. Также есть резиновый торцевой уплотнитель для большей герметичности. Сегодняшний день заканчивается. Я с вами прощаюсь. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.